Окей, поехали. Мегалит против рыси. Окей. Ух, покидай. Давай, да, хорош. Да что я дотянуться не могу до тебя. Ты, карп, ты вонючий, а? Ты вонючий карп. Кия, кия. Всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV. Мы продолжаем с вами творить всякую дичь Shadow Fight 2. В общем, я сейчас, как вы видите, нахожусь в образе рыси, и я обещал вам, если мы наберем 2000 лайков, то мы отправимся с вами в подземелье сражаться с боссом. И вы набрали какой-то, я не знаю, для моего сейчас канала это какая-то огроменная сумма, 4000 лайков, ребят, я очень вам благодарен. Давайте и первым делом я вам покажу, что нового в игре. В общем, игра обновилась, добавили какие-то штуковины, они называются... кристаллы, они называются осколки за участие в рейдах. И вот, осколок сета стража, допустим, есть, и есть осколок сета монаха. То есть, собирая эти осколки, вы можете открыть теперь, получается, вот этот сундук, да, к примеру, ларь хранителя. Ну, чтобы его открыть, этот сундук, 7000 осколков надо собрать. Вот, ларец загадок леса, чтобы открыть 5000 осколков. Чтобы вы понимали, это жесть. Я вам сейчас покажу. Вот, допустим, так, ну что, у меня сейчас сколько? Вот у меня 42 осколка вот этого монаха. Нет, не монаха, а вот это ларь леса. И для монаха 24. Давайте начнем, наверное, с вулкана, да? Отправляемся в подземелье, начинаем с вулканчика. Да, пойдем, входим, собираем рейд. Ух ты ж, как быстро рейд собрался. Так, что у меня тут? Ничего, наверное, пить я не буду. Ладно, все, в бой. Пока тут все легко, я думаю, что мы должны с вами справляться. Тем более у меня дофига этих штук, которые там отнимают очень много хпшки. Так, вот эта вот штуковина, которая отнимает просто мега дофига. Так, ну что ж, вулканы, я думаю, мы с вами одолеем на изи. Боже, нифига себе ты хоба. Умри, говорю. Так, отлично. Уделал? Нет? Нет, блин, не могу попасть. Ладно, я хотел вам показать, что я магию поменял. А, вот она, собственно, магия. Ай, жесть, давай ее применим. Ух, хорош, бензопила вот это, офигенно. Она мне просто нравится, офигенно. Ой, как ты промахнулся, бро. Как ты промахнулся? Давай тоже обибасами его попробуем. Ох, жесть, вертушка не зашла. Не-не-не! Ой-ой-ой-ой, время вышло, ну отлично, я не умер, это хорошо. Так, сколько? 1300 я нанес урону, ну там 1000 урона, это моя вот эта штуковина, и делаем добивание. Не штуковина, а вот эта магия, короче, она 1000 почти отнимает, поэтому я всего лишь там 300 нанес. Вот. Так, вау. А, восстановление? А может... Серьезно, выбил мне оружие? Чё, на абибасах тебя теперь мутузить? Ладно, будем вулкана абибасами тогда добивать. Ай, жесть. Ну и кулачки тоже подключим. Ладно, не... Да дай встать, чё ты меня там топчешь, я тебе потопчу тебя. Ой, жесть. Умри, блин, еще и добить не смогу, у меня магия есть. Ох, хорош. Да, ушел. Ой-ой-ой-ой, так, восстанавливай хпшку. Восстанавливай, давай, рысеныш. Блин, о, кстати, смотри, а здесь не работает моя эта. Да, умирай, давай. Успей, да. У меня сейчас сет монаха запустился. Нет, только не. Ой, хорошо, время вышло. А что я его, блин, у него же меньше хп, чем у меня. Какого фига, я должен был его выиграть. Ладно, добьем опять. Запарил, он мне выбил просто оружие, и я не смог ему ничего сделать. Да, с когтями рыси не очень-то удобно биться, не особо-то мне не нравится. Сейчас бы тут какое-нибудь оружие похлеще бы. Ой, у меня уже сет запустился, да блин. Ух, ничего себе, как он меня обошел. Все, до свидос, все, убили просто на изи. Так, окей. 1800 мне что-то там дали. Вот, смотри. Получается, 2 осколка, прикинь. 2 осколка, бро, а там надо 5000 осколков. Так, я на первом месте, вот пошли еще раз посмотрим, чтобы точно. Мне сейчас вот дали 2 осколка. А вот эти 5000, ты понимаешь? 2 осколка и 5000. Почему бы не давать хотя бы по 50?
Я не понял, два осколка за вулкана, ё-моё. Блин, как же бесит реклама. Так, ладно, кто у нас следующий? Так, вулкан был, теперь мегалит, наверное, будет, да? Потом фунгус, а потом вортекс. Ладно, окей, пошли тогда на мегалитика. Так, сразу смотрю, рейд у нас готов. Так, пить, я не знаю, крадет здоровье, что это такое? Давай выпьем, я не знаю, что это за такое пойло, что за напиток. Ну ладно, попробуем. Окей, поехали, мегалит против рыси. Окей. Ух, сразу две бомбы. А, ну одна, короче, крадет здоровье, все, понял. А вторая... Так, ну тут, я не знаю, тут особо выдумывать ничего. Да ты толстяк, блин, ты достал меня. Умри нафиг. Ох, не попал. Не попал, так, ну ладно, окей. На, держи. Блин, мне нравится вот этот удар. Так, и еще ему магию. Че, магия не прошла, серьезно, на. Ух, я его три удара нанесу. Три, бро, три удара, ты видел? Это просто жесть. Так, я сейчас не буду пока... применять свою вот эту штуку, буду чисто его мутузить так. Ай, 7 секунд остается. Да ты издеваешься? Да блин! Зажал меня в углу! Ох, гад, не знаю, сколько я ему нанес, но очень мало, мне кажется. Ну хотя 4.72. Мало, ну ладно, я на первом месте пока. Ну потому что я не жду и сразу иду в атаку, фигачу просто всех подряд. Давай, рысь! Вали его! Ой, хорош! Наконец-то бомба сработала. Ух! Так, отлично. Давай, валим. Ушел! Ушел! Да, ай-яй-яй, нет, он мне сет сбил. Так. Да блин. Да что ж ты? Что ж ты достал ты меня, а? Да ты посмотри, опять сет сбивает, а? Да ушел нафиг. А если магии. Прикинь, если сет магии запустить, а? Вот это было бы неплохо. Если у меня сработает сет на магию мою... 10 секунд! Да ты достал, ты, слушай, я ё-моё, блин, а, жопа горит! Я мало сейчас отнял вообще! Ой-ой-ой-ой, да. Он мне просто он мне еще и вынес, прикинь! Просто победил меня! 219 урона, что? Чё за дичь? Ладно. Ух, красиво как у меня! На, ушел, вот тебе пинок! На, отлично, зашло, ой, опять зашло. Да, да стоп, что за фигня? Блин, какой же комбо? Ой-о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 й. Ай, жесть, хорошо сработало сопротивление. На, держи, улетел от меня. Да ты офигел, что ли, пошел ты. Давайте я магию все-таки вкачу, потому что... Не хочу я, ну, вдруг кто-то обошел меня. Так, 811, 2500, да, отлично. Ну, за счет магии. Так, все, ладно, добиваем его нафиг. Достал этот мегалит уже меня, просто бесит. Просто бесит. Просто когти рыси, блин, это да, это не очень оружие. Мне оно не особо нравится. Я бы сейчас лучше с пластинчатым мечом поиграл. Ну, ладно, что делать. Так, отлично. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, блин, протупил, надо было... Ушел, ушел, так, отлично, и... Да, хорошо, ух-ух-ух, сразу улетел. Хорошо сработал сет монаха, и он, пью, за кран улетел. Так, забираем еще награду. Вообще, смотри, опять два осколка, опять два осколка. Все, больше ничего не дает. Ладно, выходим, кто у нас следующий? Фунгус. Блин, что-то мегалита столько долбили. Сколько же мы фунгуса будем бить, а? Это жесть. Смотри, уже рейд собирается потяжелей. То есть уже народу подбирается, ну, дольше намного. Ладно, ничего страшного, нас это не пугает. Мы должны сегодня это первое подземелье пройти с вами. Я, конечно, могу почаще использовать вот эту магию свою. И тогда, блин, там у меня вообще будет просто... Огромное количество. Так, давай вот эту выпьем фигню. И поехали сразу. Поехали долбить. Ух, так, ну все, вот это уже жердяй настоящий. Вот это уже жердяй. Да я сел! Ты достал! О май гад, о май гад. Так, напиток сработал, да? Да, напиток у меня крадет хпшку. О, жесть! О, жесть! Ты офигел, бро?
Да ты офигел, у меня там бомба сработала, ну, ой, жесть, а мне просто вынес. 85 урона я ему нанес, бро, 85, это жесть, я забыл выпить напиток. Так, ладно, окей, ну сейчас, я что-то разыграться не могу. Ну кто-то он тоже, как я, там, 91 урон нанес, на, держи. Да нет, нет, Сет Монаха меня сбил. Вот умри. Да как? Какого фига? На! Ай, магию надо было использовать, тут я был без. Да серьезно, ты достал меня уже. Ух, ушел. Да, попал. Отлично, прям на лету. Да ё-моё, вот дурацкая комба, а. Да тут, посмотри, Сет Монаха здесь между. Опять попал с разворота. Ах, все, время вышло. Блин, ну сейчас неплохо я его долбил. Сколько? 378. Пока рекорд у меня 400 с чем-то, да? Без всякой магии там, без ничего. Умри! Да почему ты попасть не можешь? Ты вонючий, вонючий когти. Как они меня бесят. Просто не могу бомбить от них. 419, но уже получше, уже получше. Да, магия, магия, магия! Да я нажал! Я нажал! Ушел! А чё? Ай, жесть! А чё, блин? Когда магию использую, чё, не срабатывает, что ли, этот Сет Монаха? Почему Сет Монаха-то не сработает? Так, 5 минут у нас остается. 5 минут. Чё у нас тут ещё есть? Перезарядка магии. О, если перезарядку магии выпить. Давай посмотрим, что это такое, перезарядка магии. Надо посмотреть вообще все эти магические штуки. Чё это перезарядка магии? Я выпил перезарядка магии. И чё? Чё это даёт-то? А, ну может мне надо сначала полностью магию... собрать... Да ты достал ты меня! Ой, как хорошо. Вот именно от его прыжка все нормально срабатывает. Так, да. Оп. И что это дает перезарядка магии? Где магия-то? Я не понимаю, что это я выпил-то? Ну все, ГГ. Что перезарядка магии какой-то? Какой магии? Ну-ка, подожди, что-то юмора не понимаю. Так, 4 минуты у нас остается. Перезарядка магии, что это дает? Перезарядка магии. А, вот тут почитать можно, вот. Увеличит количество магии, восстанавливающее при получении ударов. Сильно ускоряет ее перезарядку. Действует один раунд. Блин, ну это чушь какая-то вообще. Взрыв крадет. Давай вот эту лучше выпьем, нафиг. Так, ладно, не ждем, поехали сразу в следующий бой. Просто жесть, просто жесть. Вот сейчас, давай. Да, как же ты бесишь. Блин, нафиг. На, держи. Отлично. Отлично. 17 полосок ХП остается. Давай, ебой. 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 Ой, куда ты там? Где ты там? Где ты, бро? Да где ты, бро? Да что он улетает куда-то? Жесть какая-то. Ай. Ай. На. Да где я убежал от твоей этой магии вонючей? Ты что творишь? Серьезно? Офигеть, блин. Да я же убежал, он, видал, меня поймал все равно. 1300, ну 370, 1000 не считаем, 379. 2 минуты остается, пацаны, ну что вы там? Что-то у меня вообще со мной команда какая-то очень слабая. Очень, я до этого играл, там просто сильные чуваки были, они там по 2000 хп отнимали. Так, ладно. Что-то я тут так лёгся. Да ты достал. Так, туда-сюда прыгай. Давай, ух, еще одна бомба. Да, отлично, так. Нафиг, еще тебе фигану, потому что просто уже хочется убить тебя побыстрее. И еще магию. Куда ты там собрался прыгать, куда? Иди сюда. Да блин, ну не-не-не, вонючие твои прыжки эти бесят. Да да что? Сейчас тебя покидай.
Давай, да, хорош. Вот это хорошо сейчас. Вот сейчас, если не посчитаем, 1400, блин, ну 407, что? 407. Смотри, 1600, 1400. Ну, блин, ну очень мало. Там нижний вообще очень мало. Что-то как-то, не знаю. Так, ладно, валим дальше. Валим дальше. Давай, два, бомба. Еще, еще, и еще. Еще умри, это перфект вообще-то, да. Ух, убили, наконец-то. Так, сундучок. 4 осколка. 4, бро, 4. А их 5000 надо, прикинь, 5000. Мои братья слишком заигрались в богов, вера услаждает их, но разрушение в человеческой природе. Поэтому миру будет лучше без вас. Что? Наводнения, пожары, землетрясения, все это делали они. Картина начинает складываться. Даже жаль, что мы с ним так легко справились. Хотелось бы посмотреть, как выглядит грибной конец света. Так, ну что, остается Вортекс, ребят. Вортекс, 11 тысяч. Так, у этого 10 тысяч, у этого 11500. Жесть, но тут уже 7 человек требуется в рейд. Надеюсь, что нам удастся собрать рейд. Так, это будет, наверное, очень долго. Хотя нет, 5 уже игроков, смотри. 4, 5, 5, 4, 3, 4, 5, 5, 4, 5, 5, 4, 5. Ух, ну наконец-то удалось собрать. Все, поехали. Так, что мы можем тут выпить? Давай посмотрим. Устойчивость боя, регенерация здоровья. 3 эффекта в одном. Ну-ка, давай выпьем. Все, бой. Поехали. Итак, Вортекс, ребят. Так, у него какая-то глифа, что ли? Блин. Так, окей. Окей, я выпил 3 чего-то там. Фух, на, держи сразу магию. 85 хп у него. 84 полоски. Эй, вставай, бро. Вставай, ты достал. Так, у меня типа устойчивость там какая-то, да? Или что это? Ой-ой-ой, магия, магия профукал. Вот же ты достал. На, держи. Ебой, отлично. Так, хорош. Хорош, я уже натренировался, у меня уже более-менее нормально выходит. Просто тут надо побольше комбинировать удары. О! Ой, отличная магия. Сработала, да нету. О, опять. Смотри, магия как перезаряжается, а. Так, время вышло. Окей, я агрессивным стал. Нормально его так задавлю. 477, да. Хорош. 4 полоски хп. Так, у нас 1300 уже кто-то там макумба какой-то снес. Серьезно, блин. Ладно, выпивай еще 3 эффекта, не ждем, пошли. 1300. Он явно магию использовал, явно магию использовал. Так, держи, бро. Держи, бро, взрывайся. О, что, взрыв-то не сработал или просто анимации не было? Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. На, держи. Отлично, на, я тоже использую тогда эту фигню. Ух, что он мне там кинул? Нифига он кидает, это что за фигня? Ну, а, держи. Быстрей. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Да, как я не попадаю, а? Так, магия сработала, да. Да давай, да не тот удар. Ай, так. Ай, давай, тетки-мотетки, сиськи-масиськи, давай. На. Ебой. Ух, хорош, сет-монах сработал. Ну, нет, успею, блин. Хотел еще магию успеть зафигарить, но нет. Ладно, хорош. 513, это абсолютно рекорд. 500, 1000 не считаем, 513 считаем. Ебой, едем дальше. Сразу, блин, надо было выпить. Ладно, не выпил там какой-то этот лекарство чудодейственное, и он кинул мне. Ага. Ой, щит пробил, серьезно, как это так? Алло, ты офигел, бро? На. Я ударил, да, бро. И кто? Он, да блин, ты мне магией запортачил, ты мне достал, на! Это что такое было? На, держи! Это что такое сейчас было? Это от магии сет-монаха сработало или как? Я тебя завалю, просто я крейзи уже, до свидос!
И еще магию успеваю, да. О! Давай. Абсолютный рекорд надо, чтобы был, нет? Будет сейчас абсолютный рекорд, нет? Сколько? 480? Да блин, что за фигня? Так, давай смотри, кто на первом месте. Пока я, Макумба тоже фигалит. Смотри, 258. Офигеть, вот же жесть. Опять я не выпил, блин, какое-то лекарство там. Ладно, ромашковую настойку не выпил. Чтобы мне круче там все было. Но фиксим. Ай-яй-яй-яй, ой, как мне бомба повезло. На, сразу завалим его. 1000 хп ему сносим. Чтобы быть на первом месте, чтобы везде выигрывать. Чтобы рейс везде на первом... Да! Да, что такое? Это пипец, жесть какая-то. На, умри. На. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, не успел присесть. Да, блин, серьезно. Ты достал. Да. На, как мне бесит. Что так долго реагирует на управление? А, блин, поехали. 228, 1228. Фигня, полная фигня. Так, выпиваем ромашковую настойку и идем дальше, давай. Все. Блин, кто такой Вортекс? Он какая-то рыба. То ли рыба, то ли... Что это такое вообще, я не понимаю. 1200 кто-то там снес. Ой, жесть. Давай, умирай. И еще давай ему на нафиг, чтобы точно на первом месте быть. 905, ебой. Все. Вот сейчас Вортекса будет. 4600 добивания теперь. Выпиваем ромашку и идем валить это. Кто это? Кто это? Рыба какая-то, рыба меч. Чувак, куда ты там прыгаешь, алло? Пошел ты, блин. Пошел ты. Давай. Да что я дотянуться не могу до тебя. Ты карп, ты вонючий, а? Ты вонючий карп. Карась или кто ты там? Рыбеха. На. Ушел. И магия. Вот это эпичненько, вот это было эпичненько. 12600 кубков открываем. И что? 13 осколочков мы получаем. И 4 таких всего лишь. 4, бро, прикинь, их 7000 надо. Ух, я это сделал. Ух. Что у меня? У меня 6-й дан по-прежнему, блин. Так, надо выйти, давай посмотрим, что у меня тут. На каком я месте? На 7-м месте? За среди 6-го дана, да, получается? 7-е место, да. Ага, а до этого дан предыдущий, где я был. Фиг его знает, где я был. Я не знаю, как, когда сезон закончится. Когда он закончится, кстати. Где видно, когда закончится сезон? А где можно посмотреть? Напишите в комментариях, ребят. А, может, вот здесь? Нет. Тут вот топ. Фиг его знает. А, вот, итоги через один день, 18 часов, да. Ага, все, понял. Через один день. Все, понятно. Ну что ж, ребят, все, с вами был Рысь Максим. Спасибо, что ставите лайки, что поддерживаете. Всем удачи и всем пока. В следующем видео давайте наберем 3000 лайков. Я думаю, что для вас это будет изи. И мы в следующем видео пойдем в следующее подземелье. Сразимся с Фатум, сразимся с Хоксином и сразимся с Архасом.